Кстати, Вовчику, дайте голос в натуре. Да, дайте ему голос, реально. Пускай, кому? если что говорит. Сиами, Сиами. это. Как? Сиами. Вон, Владимир который. Самый длинный ник, наверное. Вов, ну-ка, скажи, что это. Самый длинный ник. Пачка реквестов стоит там, где мы в прошлый раз форт били, на мосту, на перекрестке. А вот тут, где мы сейчас стоим, две пачки фокса. Ага. И тут фокса, и там фокса, да? Нет, фокс вот тут, это один фокс, а есть еще фокс, две палки там. А, айфоксы которые. Они вот чуть-чуть дальше справа вот там стоят. Я понял, все ясно. Так что мы сейчас попадем под два фокса, так что... Да мы снесем их нахер. То есть мы вот сейчас стоим перед ними и побежим стенка на стенку? Нет, мы стоим сейчас возле первого состава, второй состав стоит чуть дальше. Между ними. Одна минута. А вы уверены, что там территория, которую мы не будем шотами, кстати? Она нет. Находится между вот этими... Мы уже проверяли. Да, понял. Так, все, заканчиваем, ребят, худить. Сейчас как только дают, сразу влетаем нафиг. Так, готовлюсь. А блин, у меня только один проход, я только с одной стороны залечу. Ну, к Право, забору есть подойди, камень. Залезь на забор. Право, камень. Стас, Входим. За ним. Ричард, стой тут, возле меня. Камас, возле меня тоже. Еще не дали. Томми. Так, они стоят тоже в мерке. Угу. Спокойненько перелазим, готовимся. Вот, смотри, где я, вот фокс, вторая пачка стоит. Вот. Ага. Поморгай. А вот их не... Вот, пошли на этих фоксов. Так, из мерки особо не вылетаем. И понеслось. Вот на нас напал. Хреново. Заливаем со мной, стоим, заливаем масухами. Фани картон, пиздец. Я одной вертушкой просто снес все. Понятно. Пушку я даже не буду расчехлять. А что это было? Это, блядь, картон полнейший. Жужик, пробуй башкой бить. Да пробую. Давайте бейте башкой в этой самой бары. Просто стоим и заливаем. По откату башкой, как кто там мучил. Так, пати риперса, поглядываем за спину, чтоб... Бейте, я смотрю на скажу. Карту. Заливаем. А маг урон по вышке проходит? Да все проходит, заливайте. Как-то просто медленно Мерки бегут, ББшки. Йоп. Нет, ушла. Если бегут, говори часы, откуда, что как. Да, нет, все нормально, она там побежала. Он стоят палец. Три часа и бокс и ББшка. Возле Олега. Они там дерутся, да? Нет, они просто я смотрю. Я по одному, что по одной штуке, ну, человеку скажу. А, пускай они ждут, видимо. Ну, пускай. Они да могут залететь в вашу пушку, пушку? Зачем? Не зачем? Надо. Вы, это они лохи, фоксы. Зачем я буду тратить три снаряда своих? До половины сносим. Если все так же продолжается, тогда пушку достанете, расчехлите одну. У нас одна и есть. Одна пушка всего и есть. Но блин, тогда не расчехляем, ломаем не было. Пушку. Я поставил. Я от единственного успел забрать и все. Давайте, давайте, вливаем дамаг максимально. Ой. Ну почти половина уже. Лученьки, заходим вовнутрь, бьем форт. Через Ешку. Еще и ресурс. Как вовнутрь? Ну, ближе к форту. Вован, сбегай к нашему форту так аккуратненько, посмотри, что там происходит. Вон, тутку. Чтобы не видно было тебя на карте. Давайте, давайте, заливаем. А берсерки все головы бьют? Башкой пилим, головы бьем.
вперед F, если... Вперед. Просто... не зря же говорили, блин. Пробуй вперед правой кнопкой. Да я пробую. Может, пока баф есть, оставим на закуску, если что. Кого? А пойдем куда-нибудь посильнее бить. Пока не баф есть. Нет, да перебафаемся, если что. Перебафаемся. Снести надо хотя бы один форт Фоксов. Два состава их здесь. Нам с двумя драться вообще не вариант будет. Я нашел второй форт. На отлично. На перекрестке у долгу. Это ВБшки молодец. Стоят. Бомбануть его? Его кто-нибудь бьет? Тут никого нет. Возле нашего форта есть кто-нибудь? Только так, издалека. Нету. Да? Отлично. Фоксы со спины. А, кто там может? Уже забрали их. Я тут стою, хуй не пройду. Принял. Давайте, забираем. Бандит решил стопить. А что тут решил? Враг что? Спина. Не отвлекайтесь, вливайте дамаг максимально. Почти снесли. Не вижу. Давайте, надо забрать это. Они что, 30-й левел, что ли, на защиту? Нет, тут просто бандит влетел на наш. Так, все, заканчиваем худ, ребята. Потом будем кто что. Сохраняем тишину. Говорим только по делу. Варвары, бейте головой, реально дамаг идет хороший. Вперед правая, просто зажали и стойте. А он будет без КД бить. Да, он без КД, просто... А, он еще и ярость откатывает сразу же. Я уже затестил. Варвары без вертушек. Вперед правая. Не, кто-то варвары, без вертушку бьет. Пусть кто-то вертушкой бьет, чтобы эти подыхали, кто встает. Я включаю иногда кушки, так что все нормально. А, все, куда голову бить? Тем более они просто об нас убьются и все. Тут им не варим. Ну давайте еще 30 секунд и форт готов. Давайте, до дома же, да. Дайте неистовый перед головой. Варвары. У нас дамаг добавит. Ура. Так, готов. Отошли в мирку, за забор. Назад развернулись, отошли за забор. Я форт бью, ВБшек. Не бей, отойди, Вов, не пали, что-то там. Пускай думают, что никто их не бьет. Так, к пати-лидерам подходили, ребаф. Варвары. Сюда. Каждый к своему пати-лидеру. Моя пати ко мне. И вышел. Ко мне подходим. Ребаф. Да. Быстро пати ко мне лидера. Подходим. Вышли. И пульт ко мне. Вышли с пати. Богдан, ставлю. Все с пати зелененькие, вышли. Ваша пати зелененькая. Так, ребята, подходим и выходим из пати. Алло, киллингал. Ребаф? Киллинг. Да. Уходим из пати. Быстренько ребафаемся и к ВБшкам на форт. Я понимаю. Бывает. Так, у нас еще есть запас бафа. Так что я оставлю. Я большой. Все, последний. Купил. Готов. Все. Собираю пати. Пати раскидываю. Стоим, не шевелимся. Я говорю, стоим. Вы что, бегаете? Ганда готова. Все собрали пати свои? Да. Стой, жди. У меня много баф. Ярость автоатака, набейте. Там. Так, кто-то пошел по дороге к нашему форту. Много народу пошло. Ну я не видел, троих кто-то видел. Пробегись, посмотри, Вов. 6 часов за спинами у вас достоит. Все собрались, все в пати прокинули. Сейчас. Да. Гиганты, да. У меня все. Все, все готовы, пошли. Собаки вызвали все. Минутку, подождите. ВБшки это, слышите? Форт готов. Нашему форту? Так, да, идем к форту. Для него. Подходим к форту. Они мимо идут вообще. Пускай тогда пошли, идем да, к их форту. К их форту идем. К их форту, на точку Риперса. Мне кажется, они двигаемся. Нас там поймают. Не поймают. Не растягиваемся, моя пати. Так, кто вперед убежал? Я. Это Вовчик. Вовчик нормально, ему можно. Варвары впереди, воины впереди. Очень кем. Ну он красава. Будешь у нас разведчиком все время теперь. Дальше проходим. Никого там. Вообще. Ломаем форт. Подходим и давай туда убить. Зачем? Только за спину смотрим. Чё к чему? Не заходить за форт. За форт не заходить. За форт не заходить. За форт не заходить. Там у них этот. На камень, Вов, кто-нибудь один лучник. А лучше пару лучников. Вон на камень, который возле форта. Залезьте наверх и оттуда поливайте. Я встану возле камня, чтобы ты.
Если что, если что, запалите, скажете, что там идут к нам. Варвары, башкой, башкой, башкой бейте. Бля, дамаг вообще хорошо идет. Давайте, мистики, давайте, старайтесь давай. Бить кнутом. Вова, что там, как? Пушка на десерт будет. ВБшка, ВБшка, 6 часов. Слили. Сколько? Один. Если будет много, скажет, говорите, там один. Да, ушел, 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 пусть забили. Если один, там два бежит, даже не говорите об этом, просто убили и все. Вот я понял. Пусть сварки по КД кидают баф. Да, кстати, сорки кидают. Тут где-то есть шотная территория, ребят. Дамаг. Вот за дорогой это хорошо. Шотная территория. Понятно. Можно было искать один выстрел, 6 часов разведка. За одного человека не говорить. Вообще. Увидели одного ВПшку, даже не сказали. Одного-двух. Больше пати будет бежать, тогда говорите что-то. Чтоб не отвлекаться. Понял. На одного. Смысл на одного отвлекаться? У вас на форте встал. ВПшка стоит на форте. Пускай стоит. Он ничего сделать не сможет. А нет, ушел. Вон подбежал один, убейте его. Лиля. Молодцы. Дальше дамажим, дамажим. Вливаем дамаг максимально. Банки, банки берегите. Они решили слить. Нашел фор бандитов. Бандиты не наши. Территория у тебя какая? Ну, смотри, там посмотри. Это ферма Коста. Болото. Почему у меня на карте? Нет, это другое. Уже не наша территория. Так мы сейчас, ребят, на болоте НАК находимся. О. Нет. А, захват ферма Коста. Внизу, внизу, внизу мелкими буквами. Вов, читай, что там написано. А. Узел города Гриша. Кто там из варваров в сторону побежал за камень? Я. Не отвлекаемся, бьем. Я стою, что. Я понял, 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 понял. Я думал, как это. Мне такое ощущение, что у них два клана ВБ. И это второй форт. Не ВБ. Знаю насчет кланов, мне кажется, у них лаги какие-то. Поэтому у нас нормально. Они могли поменять букву В, русскую сделать, допустим. Из двух. Да, у них основной состав. Ребята, какой? Какая разница? Потом. Да все, давайте потом обсудим. Что? Давайте сейчас сосредоточимся на форте. Мистики кнутом бить! Вливаем, с головы бьем там. Максимально дамаг вливаю. Не жалейте. Пушку не ставили, да, еще? Нет. Я пушку на десерт готовлю. Пушку, а может, не тратить, я скажу, когда ее. Может быть, на ВБшек не станет. Если не она ставить? Вообще понадобится. Да, у нас еще какой-то форт есть, или у нас еще всего один. Два форта? Еще один форт у нас вражеский. Ну вот, на него лучше пушку, я считаю. Сольем один, вот этот добьем, и останется один противник. Там уже проще будет. Оксов, форт слили. No sorrow! No sorrow! А, это юго-западные ворота, погоди, это не то. Это не, не те тот форт. Это, походу, Фоксы одни сюда пошли, одни туда. Рядышком, видать. А кто что у нас еще? Кто-то леснулся тут. Да, вот там Богдан сейчас разорвет просто. Может быть, нет, они форт вливаем, другой лупят? Вливаем, вливаем, вливаем дамаг. Настя, давай потом будем уже это... Вливаем дамаг. Да, как, реально. Хорошо. Ну, видите, какие мы молодцы вообще, форты. Как с пушки давайте, разносим. Давайте, 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 добиваем. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай, родной. Готов. Молодцы, развернулись, хорошо. К нашему форту пошли. Хотя нет, слушайте, пошли напротив нашего форта, в мирку зашли, на точку. Бафа 8 минут. Вот, ребята. Так, пати чебурашки, от этого, от форта, рассоситесь вокруг, найдите еще один форт вражеский. Андрюха, а через реку чья территория? Это уже нет. Это уже не наша территория. Потому что тут нет нигде порта. Третьего. Сейчас найдем. Сейчас найдем. И я смотреть. Предлагаю разведчикам в следующий раз ставить камни на дальнозоркость, чтобы увидеть дальше. Варвары в кучу. Левее. Так, стали там на точке, стоим, ждем команды. Раскидываем покопать, разбиваем или как?
Нет, 8 минут баф. Разбивать. Ничего не надо разбивать, никого не раскидываем. Нужно найти еще один форт. Нашел форт. Возле нашего прям форта, их не форт. Спускаемся, бегом. Прям бежим. Метку. Сейчас ставлю точку и просто бегом. А, вижу, ёпта. Бегом, бегом, бегом. Пушку достаем тоже. То есть тот... сразу же. А, нихера себе. Лос-киперсы. Да, это форт. Это их территория? Это лос-киперсы вообще. А, это не наши? Тогда надо... Погоди. Ферма Коста, захват узла, слышь? Да? Пушку расчехляю. Гильдия, у них как? Тоже особо занят. Что? А, они на два узла, походу. Пушку понятно. Выставляю. Пушку ставь быстро. Разведка. Ставлю. Смотрите, кто там. Кто-то один, залезьте сверху, палите. Пушку достаем, максимально выливаем дамаг, ребят. Ну а чё максимально? Три выстрела, все. Больше я больше не могу. Вливай, вливай, три. Главное, выстрела. Попадай. Да. Говно вопрос. Первый, пошел. Он еще кильнул 8 снарядов. У меня еще 5 снарядов есть. Пушка КД. Давайте, 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 давайте. Дамаг не прекращаем тоже. А снаряды да, передавай ему разве? Следите, если пушку можно увидели, зарядить. Пушки быстро. Если увидели вара, то есть киперса кого-то, сразу второй же пошел. Не добежал к пушке. Прошу и делать, слушай. Да, так... Слышь, таким образом заряжать ряд, ядра, слышь, Шурик? Чё? У кого есть ядра, можешь подойти, просто зарядить тебя, а ты можешь стрелять без КД. Ну, как без КД, то есть не отвлекаясь на это все. Понял. Просто зашли, стрижу. Нажали поклажу, эрку. Третий, все, пошел. С ядра, по-моему. Чё, у кого ядра есть? Так, заряжайте. Ядра, заряжайте. Засуньте им туда ядра. Засунул, 5 ядер. Только не Шурик, отлично. А пушку. Пали, пали, пали. Всё, пошла, заряжает, заряжает. Давайте, ребят, давайте. Бандиты на драгонов пошли вообще. Пофиг на всех, пофиг ребята. Сейчас. Насрать, нам сейчас можно уже чужой убил. Я нашел их два форта. Да все, мы последний бьем. Или не последний? Сейчас добьем последний форт и все. Это последний, да. Форт. Точно последний? Да. Да. Точно. Да. Один наш и этот вот второй. Два форта всего лишь. Давайте, расчехлились нахрен и по максимуму дамаг влили. Пушка КД половина. Чем быстрее вольем дамаг, тем быстрее пойдем по своим делам. У нас еще два, босса. Вот, пушка, огонь. Босса. Отлично. Красота. Разведка, что там, как? Тут по всему тишина. Ребят, а думаю, вопрос такой. Мы вот сейчас сольем форт, и потом на этой территории нас никто не, ну, слить не мог, не смогут. Никто не сможет слить. Вот тогда я хочу вас попросить стать собрать да, пушку кстати, форта, после... я сделаю скрин. Да, вот именно после этого не разбегаемся. Да, к все остаемся на месте. Вон, слева наш форт. Кучкуемся, и я скриншот делаю. Настройки. Давай, давай вначале делай, форт отобьем. Сразу сломаем. Настройки на максимум, сломаем. Чтобы не было никаких пикселей и тому подобное. User left your channel. User joined your channel. Они походу ВБ. Разведка, забейте. Кто там ВБ походу второй узел пошли брать. Не походу. На все, все, ребята, все забили на все, просто дамаг, дамаг вливаем. Даже можете не оборачиваться, просто вливаем дамаг максимально. Пушку только прикройте на всякий случай. Да я хотя ее сейчас уберу уже. Убирай. А последний выстрел сейчас. Стреляй и убирай ее, все. А все, там я дамаг уже не смогу наносить. Ну все, убирай, так я же говорю, убирай. А ее можно чинить? Блять, что-то у нас какая-то неинтересная осада получилась. Да что-то как-то... Ну это потому что я пришел и все, слышишь, сразу все решил. У меня вот не было дуб предыдущих, но сейчас пришел и все. У меня даже бафы никогда не... Так, а почему я не могу из поклажи забрать? Поклажи не заберешь. Все, молодцы. Yes. Наша территория. Бюрократ. Да, и бросили артиллериста главного, заебись. Артиллерист сам себя спасает. А ничего, что я сейчас с перегрузом с диким буду. Да?
Так у нас все, мы уже все. А что тебе будет? Что тебе будет? Я все равно никто не убьет. Давайте всем голос, короче говоря. Да, включайте голос. К форту подходим там, что? Турик, ты как там? Да, идем сразу на РБ, чтобы всех не задерживать. Прям так вот. Лучше как бы, чтобы все покачались. Сейчас сначала скринчик сделаем. Пожалуйста, встаньте все, чтобы было видно. Подожди, тут проходите. Да, давайте скрин сделаем, потом голос. Планируем, стоял рядом. Сейчас я сделаю максимальные настройки. Пойдите немножечко. А, нихера. Варвары, я так думаю, мы впереди будем. Так как они все стали на заблок, мы сделаем так. Оп. Варвары, присядьте, пожалуйста. А ники не будет видно. Если... Нет, ну если... А, не будет, да? Ники нет, мы присядем. Кто-то тут блочит, и блочит. О. Мы можем... А, нет, мы не можем так. Да, мы так высоко будем. А давай на сам, наверх стенки встанем где-нибудь. Вот. Сейчас местечко найдем. Ну, я с краешку буду. Оп, и Карыч зашел не вовремя. А, Ронин, а можешь чуть в сторону дать, который пишет сейчас что-то? А, тут, погоди, тут второй уже пришел. Ладно, все, стою. О, тут снежок же. Давайте, ребят, скрин быстренько. Ну, ёб твою мать. Давай, пока.